Всем привет! Сразу прошу прощения и сделайте нам снисхождение, если у нас будут какие-то ошибки или оговорки. Мы это записываем без репетиции. У нас просто нет времени, чтобы отрепетировать. Васюша мне помогает. Давай, Василис. Мы сегодня будем показывать сюрприз для нашего розыгрыша. Но розыгрыша пока нет. Он будет у нас тогда, когда будет на канале 150 подписчиков. 1050. Ой, 1050. Да. Это будет, наверное, уже скоро, потому что у нас близится к этому числу. Мы уже условия оговорили в предыдущем ролике. Я их еще раз сейчас повторю. Они несложные. Нужно быть нашим другом, подписаться на наш канал. Нужно быть активным зрителем наших роликов, сделать репост или вот того предыдущего ролика, в котором есть условия розыгрыша, или можно вот этого ролика, в котором Василиса сейчас нам расскажет, какие же призы мы разыграем. Репост сделать просто в социальной сети, ВКонтакте или в Одноклассниках, и мне прислать на страничку ВКонтакте ссылочку на то, что вы сделали репост. Моя страница указана на главной на канале. Страница контакта, адрес. Ну вот и все, все условия. В общем, условия очень легкие. Василис, рассказывай, что у нас здесь. Сейчас я крупнее возьму. Это сделать своими руками браслетик. Так, сейчас покрупнее покажем. Вот такой наборчик для хендмейда. Сделать своими руками. А с обратной стороны что там у нас? Это реклама, что можно взять такую же упаковку, но только там надо сделать сережки. Серьги. Угу. Дальше давай показывай, что у нас есть. Это вот такая брошь из шерсти. Угу. Это в технике валяния. Так, тоже сделать своими руками. Вот такие мы хитрые. Наши призы, если кто и получит, то их нужно еще и своими руками что-то сделать. Это... Нужно сшить. Это... Прочитай, Васюш. Это игрушка-малютка, собачка Джимми своими руками. Джули, собачка. Угу. Следующий наборчик. Это игрушка-малютка своими руками, котенок Алиса. Угу. Ну, наборчики несложные. Это наклейка на футболку, чтобы украсить ее. Термонаклеечка, да, в новогоднем стиле, енотики. Это то же самое, но только другая наклейка. С кошечкой. Милая кисочка. Это тоже, но здесь нету такой прозрачной дырочки, чтобы была видна картинка. Она внутри. Да ее видно, Васюш. Это вот такая картинка с медвежатками, с Новым годом. В общем, это декорировать футболочки. Наклеечки это термо. Качество у них хорошее, они стойкие. Что еще? Еще у нас... Мы, значит, промониторили, кто у нас будет участниками, кто уже записался. Номерочки мы даем сами, чтобы не было путаницы. Сообщаем вам под видео. В общем, мы выяснили, что у нас есть зрители из других стран. И я посмотрела стоимость отправки призов. В общем, вы не обижайтесь, пожалуйста, но мы призы бесплатно отправим только по России. За границу отправить у нас... Ну, мы, конечно, не плачемся, да, но у нас нет таких денег просто, чтобы отправить что-то за границу. И, в общем, если получится так, что выиграет приз зритель заграничный, скажем так, ну, то мы заменим вот этот вот обычный сувенирчик чем-то другим. В общем, посмотрим. У нас еще есть время подумать. В общем, мы никого не обидим. Наше внимание будет уделено этому победителю, если он будет нашим заграничным победителем.
А если выиграет тот, кто из России, то мы просто свяжемся с вами. Вы нам дадите адрес, куда можно отправить вот этот вот сувенир или приз, или как его сказать правильно-то, как его обозвать-то. В общем, то, что вы выиграете, мы отправим вам по почте. По почте России. Ну что, Васюш, пусть нам ставят лайки, да? Всем пока-пока. Не забудьте подписаться на наш канал и поставьте лайки. А успехов пожелать в розыгрыше. И успехов вам. Желаю, чтобы вы выиграли какой-нибудь приз.